Ну, настоящее удовольствие для бразильцев – представить свои лучшие танцы на знаменитом карнавале. В Рио-де-Жанейро уже стартовали первые репетиции ярких номеров. В выходные танцоры из 13 лучших школ самбо устроили представление на пляже Копакабана. Теперь красочные шоу будут проходить в городе часто, ведь до карнавала всего месяц. Начнется праздник 9 февраля и продлится 5 дней.